Детский смех на этом спектакле звучит всегда. «Три поросенка» в театре кукол любят не только дети. Искренне хохочут и переживают за героев взрослые. Это новая постановка любимой многими сказки. Прежний спектакль списали 4 года назад. Тогда творческий коллектив театра решил, любимым героям необходимо дать новую жизнь. Так родился этот спектакль «Три поросенка». Он радует своих маленьких зрителей уже 4-й сезон. А это тот самый поросенок, предшественник современных поросят, которые сейчас работают на сцене. 10 лет трудился этот хрюшка. Как тебе работалось-то? Сейчас на заслуженном покое в театре. Новая пьеса от сценариста, красочные куклы и их костюмы от художника. А главное отличие – новых поросят. Спектакль звучит на современном языке, понятном малышам. Выход волка первый. Значит, у меня выходит, говорит: «Я старый волк, я спать хочу». С первого ряда разносится голос ребенка. Говорит: «Прям как моя мама». 2019 по восточному календарю год свиньи. Многочисленные фигурки хрюшек из мыла, пряжи, глины покупатели буквально сметают с прилавков. Милые сувениры для близких и друзей. А вот актуальность Фунтика, Ниф-Нифа, Пятачка для малышей вряд ли зависит от календарей. Любимые добрые сказочные герои вне времени и модных тенденций. Катерина Терещенкова, Леонид Скоморохов, репортер 73.